Блять, да кому, блять, ты пешнулся? Все заняты, ёпта. Да все рейдят вот это вот бесполезным делом, занимаются, ресы добывают. Никто не хочет искусство послушать. Народ, очень важно! Здорово, братан. Салам алейкум, братан. О, братан, братан, дай мне гитару, я очень хорошо играю. Я тоже очень хорошо давай, играю. Давай, сыграем, на хорошо, давай. Не, я тебе такую песенку сделаю, Вась. Ну, какую? Да, ты слушай, как мы играем. Он сейчас этот вспомнит. Так, Вась, вот. я могу лучше. Уверен? Он правда не до конца. Уверен, брат, уверен. А я что-то так не думаю. Фигня. А ты уверен? Ну дай мне гитару, я тебе покажу. Лол. И что ты мне сыграешь? Какую песню? Видишь, Вась. Мне кажется, он хочет у нас гитару спиздить. Это инструмент моего отца. А чё ты, ноты забыл, да? Ноты забыл. Ты что, попутал? Давай хуярь. Давай. Так. Вася, давай. Готовься! Давай. Блять. Ща будет жарко. Давай. Шоу мне сейчас сыграть. Сыграй Тентасиона. Сет сыграй. Да. Блин, подожди, сейчас помню. А, вот, ага. Вспомнил. Давай. О, заебись. Нормально, ага. Идет. Вообще идет как по маслу, Вас. Блин. Ух, сушку это, блин. Бля, душевно играет. Да, а, натуре. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну кайф, по кайфу сыграл, по кайфу, а реально. Нахуй, знаешь, чё ебаним? Вот то, что у него не получалось, у него получалось, короче, из Mortal Kombat сыграть. Из Mortal Kombat сыграть. Ну это говно ебаное, братья, с Mortal Kombat сыграй! О, зритель бежит! А, это ты стрелял? О, братан! Зритель! Это, не, это мой братан Тигр. Это баклажан. Да он долбоёб, блядь, мелкий, блядь, выпусти его, чтобы фармил уже нахуй. Да он с нами на гастроли сказал поедет. Это он шутит. Да, понял! Давай, ебани, короче, этот из Mortal Kombat. Понял, ща. Ща, ну, разогреюсь, ща. Всё, вроде разогрелся. Вот так вот умею, он да. Дальше забывает, он заебал. Да, я чуть нот не могу никак выучить дальше. Всё. Давай. Готов? Давай. Раз, два, три. Ебой. Такая вот песенка. Я не выучил сет, сори, я выучил Skyrim. Вот это для души я называю песню. Thank you.
Вот так вот, значит, хуярю. Как же душевно! Да, у меня аж слеза потекла по сердцу. Ну, за это я вам могу дать что-нибудь. В общем, я не очень богатый человек, но все-таки на. Вот это все на изучение. Спасибо. Зачем? Добрый человек. Заболи ебало, музыкант играет. Тарадан, 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 дан, дан, дан. Самая великая песня. Здорово. Ну, собственно, вот твоя хата. Понял. Здесь сцена, да? Здесь хуярить? Понял. Ты чё бы скачал для этого? Не-не, хуярю так. Слушай. Том Круз в деле. Танцуйте, ребята, ебать, хуярьте! Вот так он, блядь, могу еще что-нибудь хуйнуть, надо? Е, кайф, ща. Начинаю, значит. Без него мы как без рук. Человек, но павук. Это ты через скрипт делаешь? Не, сам хуярю. Не ври. Да я не вру никогда. Ага. Чё за скрипт? Да что за скрипт? Руки. Да ладно, я шучу, это программка такая, но это я... Ну, это ж никак не мешает и игре, в принципе, игроков на серве, я просто развлекаю. Ещё давай что-нибудь сыграй. Давай, ща найдём. Ща вспомним точнее, вспомним. Так. Начинай. Ща начнём. Душевная. Пробирает до дрожи. Слушай, а что за программка? Секреты производства музыкального. Типа, ну если вы хотите продолжение концерта. Я думаю, ну, чем больше я, типа, играю, тем больше мне полагается. Такой прикол. Ого. Тебя вообще прёт, я смотрю, да? Чё, ребят, чё дадите бродячему музыканту? Сейчас я приду, Окей. Подожди, это весь краб? Это весь краб отдала? Неплохой подгонщик, ребят, спасибо. Да. Спасибо за теплый прием, так сказать. Ага, значит. Что сказать? Я говорю привет. Здрасте. Как ты сейчас, Катя? О боже. Подожди, я не могу. Ебать, куда я попал? Охуеть просто. А можно рубануть это, пожалуйста, выключи нахуй. Короче, начинаю хуярить. Готовы? По-любому узнаете. Щедро. Низкий вам поклон, бояре. Низкий вам поклон. Блять, музыка делает деньги. Кстати, смотри, вот этот вот ящик, на который я сейчас смотрю, это все с гитарой я заработал. Типа, забавная такая тема. Немного вроде, а вроде приятно. О, зрители, я слышу на крыше. Слышь, я прокатываю дом. Что еще раз?
я понял. Просто обхаргал дом, красава. Чувак, наш гитарист хочет тебе передать одну сообщение. Значит, смотри, если ты сейчас не выкидываешь гитару, то мы тебя рыли. Мы схуяли. Ты составляешь там конкуренцию. Ну, я не составляю конкуренцию. Вы что, хуярите мою дверь? Алло. Да я даже не отказался. У тебя еще... Давай. Или ты выкидываешь сейчас же гитару, или мы тебя рейдим. А давайте ни то, ни другое. Я по фану играю. Нам посрать. По фану, не по фану. Че такие серьезные? Подожди, а я составляю конкуренцию почему? Потому что я лучше играю или что? Ты... Нет. А почему? Просто не хотим, чтобы 50% прибыли шло к тебе и 50% к нам. Да я вам могу хоть серьезно отдать. Мне вообще похуй. Гитару. Гитару? Да, ты отдаешь нам гитару. Нет, ее выбрасываешь, окрутаешь, снимаем это на видео, кидаем в YouTube и все. Ебать, это смех ебаный. Пацаны, я гитару вам не отдам. Да вы чё, блядь, чё? Мы тебе давали шанс. Че, мы тебя предупреждали. Я понял. Нет, о боже! Можно я скажу последние слова? Можно скажу? Бля, пацаны, я так долго зарабатывал ресурсы. Я так долго жил музыкой. А вы меня пизданули. Еще ограбили. Мы, понимаешь, смотри. Мы у модераторов и у всяких донатеров с годами и боссами, понимаешь? А. Видишь этого Дед Бани? Он нам 60 тысяч дал. Я честный друженик, в отличие от вас. Давай, удачи. Еще раз увидим тебя. Зарейдим полностью. Пошел нахуй. Просто нахуй иди. Я все равно 1000 выиграю. Ха-ха! Давай сосете. Мне больно, ребята, в ноге пиздец колет, нахуй, вы мне там все пятки прострелили. Почка тоже отваливается. Крестный отец не даст соврать. За сколько ты играешь? Блять. Это конец. Конец музыканта. Банька, парилка, ёбля и горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водки и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водки и пивас, полный расколбас. Да,